Всем привет и хорошего настроения. Продолжаем играть игру Bloody Zombie. Железнодорожная станция, 12 часов дня. Круто! Поезда! Где платформа номер 9 и 3 четверти? Ну что, Эдди, пойдем-ка прошвырнемся с тобой по этим закоулочкам и посмотрим, что нас здесь будет ожидать. Дайте-ка я поставлю себе, наверное, удар камень. Черт, нет, погоди-ка, не то все. Вот так. Погоди, а как он применяется-то, я уже забыл. Надо посмотреть, по-моему. Ага, информация. Назад, вперед, Y. О, вот и другой разговор. Поехали. И тут нас... Оу, смотрите-ка, опа-на. Так я и думал, что это какие-нибудь взрывающиеся толстые ублюдки. Так, тихо-тихо-тихо-тихо. Отлично, как шикарно. Блин, дай отпрыгнуть. Вы посмотрите, что вот эти охламоны делают. Они меня замедляют. Но зато они не дерутся, а соответственно ватные. Получили свое по заслугам, а мы продвигаемся дальше. И дают нам всего лишь одну монетку. Ну смех на палке, а. Что мне от этой одной монетки будет? Ничего. Слэм. А это кто? Ага, взрыватель и какой-то... Тихо-тихо, опачки. Два с ножами и чувачок, который из земли достает шипы, управляющие шипами. Тихо, блин, не успел. Ну иди сюда. Так, опа, опа, мимо. Что-то там пригрелся. Смотри, он еще в блок встает мне, а? Давай, 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 раскрывайся. Нет, 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 нет. Ты, голубчик, мимо пробегай давай. Так, тихонько. А вот теперь его встречаем во всеоружии. Ну давай, поднимайся, олух. Вот так. Жалко, нет добивочного никакого, а, у меня. Ё-моё. Ну, в принципе, что я могу сказать вам, ребята? Черт, все бы было бы хорошо, если бы не вот эти вот упыри. Опа. Сам себя взорвал, идиотус. Ну что ж, давайте вот так. Толстый. Эй, толстый. Тун-ту-ду-дун. Так, монетки. Деньги, плюс один, шикарно просто. Разрывное убийство. Опа, птичка. Черт, а, нет, успел, успел я взять. Да ладно, нафиг. Вот тупыри. Птичку мне сбили с головы. О, хотя бы бинты здесь есть. Это уже радует. Так, ну что ты там хочешь подкрасться ко мне, а? Блин, энергии нету. Ребята, нету энергии сделать мне суперудар. Хотя я и так справился, в принципе. И три упыря с ножами. Тихо, тихо, тихо. Опа! Ну что, красавчики, потанцуем? Черт, не добил. Ну-ну-ну, куда ты? Как ты меня уже достал, а? Сюда. Всех бы троих бы сейчас закумарить с одного удара, но, как видите, не получилось. Ну, не так-так-так сделаем. Все. А это кто? Ёлки-палки, еще что такое? О, шипами в разные стороны. Довольно неплохо. Что ты ко мне руки свои тянешь? Как тебя назвать-то, я даже не знаю. Джинсовая куртка. Готов. Этот тоже готов. И последний у нас остался здесь. Весь утыканный кольями какими-то. Очередная партия. Ага, взрывники. Вот, кстати, вот эту вот барышню надо в первую очередь, я думаю, бомбить. Но получится ли? Нормуль. Отлично. Давайте добьем нашу красавицу и вот этого упырька, который есть в шипах. Замечательно. Все, двигаемся далее.
Ну кто здесь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это плохо. Какие-то новенькие у нас тут гости. И смотрите, они исчезают, и так же, как вот этот хмырь, который я сейчас только что бил, бросает, но только не одну, а три костяшки. Черт подери. Как же ты меня бесишь, кто ты вообще такой, а? Напоминаешь мне какого-то боксера, блин. В шортика. Отдыхай тут, лежи. Но... Оу. Вот только этой гориллы тут не хватало нам, а? Ну давай, беги, я жду тебя. Не хочет. Давай, в толстого этого. Блин. Надо было ему взорваться возле этой гориллы, чтобы хотя бы урон нанести. Ну что же, придется бегать тогда нам. Три пробежки, и у него отдышка. Дальше мы его добиваем. Опа, мимо. Давайте сюда. Ну, беги, беги ко мне. Все, он мой, добиваем. Блин, слишком далеко. Очень мало хп у меня. Ну, попробуем его заколбасить. Ну, беги. Черт, подери, успею, нет? Не успел. Ну, давай, давай, быстрее, оп. Мне бы нежелательно, чтобы он убегал за красное поле. Да когда ж ты будешь, блин, это... головокружение ловить? Блин, попал. Нет, так дело не пойдет, блин. Ну, беги. И тормози... Да, и тормози. Целый хп отнял он у меня. Все, ему пощады не будет за это. Ёлки-палки, у него только желтая полоска появилась. Ну что же, последние удары мы наносим. Хотелось бы верить, что мы их нанесем. Чертов упрек, а? Че творит? Не под биту. Готовченко. Так, здесь у нас что, монетка одна? И мы с вами куда-то продвигаемся, я смотрю. Тут все перекрыли они. Типа их это спасет. Ну что же, давайте тогда спрыгивать. Не знаю, какая тут высота. Ух ты. Один ап. Деньги. И взрывчатка. Надеюсь, граната нам пригодится. Оу, мы с вами... О, во-во-во-во, вот эта обезьяна. Блин, ну-ка, получи-ка. Замечательно. Только не исчезай раньше времени. Ты смотри, что, собирается уже уползать. Здорово. Я даже не успел по ней ударить. Ну, соответственно, лишился всего. Сюда нельзя зайти, нет, нельзя, к сожалению. Лондон Тайм. Чу-чу, похоже на гигантскую модель железной дороги. Да, конечно, перевод здесь немножко хромает. Ладно, будем сами исправлять. Оу, это куда это мы пошли? Здорово, конечно, мчаться на такой скорости, но сам по себе поезд не остановится. А, значит, нам нужно остановить этот поезд. Опять граната. И я чувствую, здесь будет очень много врагов. Прыг. Опа, оу, ребята камикадзе, что они сделали-то? Зачем спрыгнули? Ума не приложу, ладно. Давайте-ка мы с вами, наверное, перепрыгивать. Что это за такое? Какие-то... А, оу. Вот это я неудачно, ребята, прыгнул. Так, иди сюда, красавец. Так, красоточка, тоже ложись. Так, и смотрите, очередные ребята, которые умеют бросаться каким-то непонятно чем. Из руки своей стреляет. Иди сюда, панк.
Сейчас мы тебя добьем. Шикарно. И тут у нас взрыватели. Тихо-тихо-тихо, отходим. И токсический взрыватель. Ёлки-палки, он задетонировал бочку. Зря, жаль, конечно. Я бы немножко бы с ней похлопотал. Так, ну что же, насколько я помню, этого мы так убьем, а вот того придется суперударом бомбить. Потому что он бессмертный у нас. Разрывное убийство. И, кстати, за разрывное убийство дают нам больше золотых монет. Отлично. Что-то, что-то, что... Оу, это кто такие? Что за головастики? Да хорош. Слушайте, они плюют... Да ладно, они плюются так же, как и токсические те упыри. Только они какие-то маленькие и шустрые. Трехголовые уроды. Трехголовые пеньки, я так назвал их. И сюда, мразь мелкая. Что у нас тут? Ага, ребята в джинсовых куртках. И плеватели из рук. Ладно, с этими сосунками мы разберемся. Не такие уж они тут и крутые. Блин! Как же так, а? Очень мало жизни у меня, ребята. ХП просто на нуле практически. Но будем надеяться, что в этих сундучках, точнее ящиках, что-нибудь будет. Я вижу тут монетка. Ну, а в этом тоже монетка. Во, вы обрадовали-то меня. Так, что это такое? Что за знак предупреждения? Оу! Зашибись, сверху какие-то преграды. Так, опа! Замечательно сбило. Смотрите-ка, там сундук внизу. Как до него добраться? Так, надо спрыгнуть. Аккуратненько называется, спрыгнули. Вот эта фигня меня туда не пускает. Оу, сколько же вас тут упырей-то, а? Черт подери, и опять они у меня отняли жизнь. Хе-хе-хе. Своего же кореша, блин, на шипы посадил. Блин, зараза. Ну давай, давай, что-нибудь делай уже. Так, отлично, одного нагнули. Черт, если бы не вот это замедление, блин, я бы увернулся, а так не получилось. Но, тем не менее, я ему морду-то начищу. Это как пить дать. А это кто у нас тут? Оу, нет, только не эти два кабана здесь, а. Так, может быть, можно отсюда убежать? Вот на эту платформочку. Ну, беги. Не хотят, ладно. Может быть, побьем их? По крайней мере, я достаю. Ой, энергия кончилась. Что будем делать? Блин, как же я не хочу с ними с двумя драться. С одним еще ладно. О-о-о, тихо-тихо-тихо. Фига, только успел прыгнуть, блин. Они уже тут, как мухи. Извините меня, на одно слетелись. Шиш тебе. Ну-ка, опа. Слушайте, в принципе, реально. Или нет? Я думал, что можно было бы с одним справиться здесь. Но как-то не получается. Ё-моё, и смотрите, это тебе не те уроды, как в играх, идут и прыгают. Здесь они... О, тихо-тихо, все равно задел, сопляжуй. Блин, как-то мне надо спуститься аккуратно и не упасть. Черт подери, я так и думал, что попаду между сцепкой. Ладно, давайте так с ними, наверное, управляться. Тихо-тихо, не... Блин. Давайте еще хп отнимите, ё-моё, блин. Да что ж такое, ну что ты, Эдди, тупишь-то, а? Вообще финиш. Последняя хпшка, ребят, осталась. Да ну нафиг, вообще расхлябался. На, с прыжка, блин, не удалось. Так, все, они меня взбесили уже. Ребят, ну это уже на самом деле не смешно. По-моему, все, кронтарь. А, нет, один остался.
Один огурец. Ну давай, беги сюда. Опа. Ты мой. Черт подери. Ну? Да ладно, блин, елки-палки, все, ребята. Если не успею этого говнюка забить, нам придется проходить все заново. А мне этого очень неохота делать. Так, хрен тебе. Как же тебя, а? Во-во-во-во-во, еще удар осталось. Правда, я не знаю, как я тут с одной хпшкой буду, блин, проходить дальше. Так, тихо. Не нравится мне вот это вот все. Я так и думал, блин, сейчас будут эти препятствия. Подождем маленько. Ух ты, а вот это уже хорошо, ребята. Хотя бы один ап взяли. То бишь две жизни у нас. Черт подери. Давай ты беги уже, а. Ну давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Отлично. Успели. Что у нас здесь? Багажное отделение. Ну и. Кто там в очереди-то у нас? Пока никого не вижу. Какой-нибудь, блин, зомби-электровозник. Нет? Так, ага, вот он, тормоз. Ручной. Так, я чуть не понял. А, надо суперударом ударить. Красным именно. А ну-ка, вот так вот. Ну, вроде как на тормоза-то мы нажали, а что не действует? А, ну что ж, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующей игре. А на этом все. Всем пока. До скорого.